have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет, привет. Вот этот чувак, мы не знаем, что он тут делает. Мы тут пока что вдвоем. Он нам мешает. Да, он тут пока что подходит и нас толкает. Это лобби. Лобби игрушки, которая называется Sleep Blocks. Но, ребят, вы сейчас все поймете. Это Fall Guys. Это Fall Guys в Роблоксе. Это вот такая вот крутая штука. Настоящий Fall Guys я попробовал, поиграл. Немножечко побомбил и, честно говоря, я ее вернул, сделал на нее рефанд. Так, ложные двери. Такой режим, кстати, да, есть реально Fall Guys, все нормально. Здесь некоторые режимы такие же, некоторые режимы они придумали от себя, что тоже неплохо. Оу! Ищем, ищем, ищем. Двери, вот, нашел. Хорош, меня толкает. Я ошибся. Вот двери. Самое лучшее бежать вторым. Есть! Вот и первый, ты первый. Ненадолго. Ой, как я угадал, офигеть. Упали толкаться. Вообще, я тебя как толкнул. Я... крайние двери. Вот, короче, вся суть. Ты был первым, на тебе, короче. Ошибся дверью, тебя толкнули, все, ты бежишь последним. Все хорошо. Кто? Вот здесь! Олени! У меня же никого не было. Было? Не знаю, не видел, не хочу знать. Вот здесь. Не угадать, угадать. Ну-ка, давай сюда. Нет, вот эти, не эти. И не... Да! Идите все лесом! Вот эта штука, по-моему, убьет навсегда. Тут, кстати, такая штука. Тут уже проломлена дверь. Какого фига тут пролом? Там надо было... Что там надо было? Я был первым. Упал в пропасть, и меня телепортнуло на самое начало. Это нечестно. Это просто офигеть, как нечестно сейчас было. Я не увидел там эту пропасть. Ну, блин. Короче, ребят, здесь, насколько оно бомбит, но здесь это можно еще как-то пережить. Я не знаю, почему, кстати. О, тут можно крикнуть. Крикнуть не получается. У меня, видимо, крикулька еще не куплена. Вот, Fall Guys реально... То, что творится с комьюнити Fall Guys, оно вроде как игра для детей, все дела. Но вы видели, сколько, я не знаю, я уверен, вы смотрите, сколько там сейчас мемасов по поводу того, что чувак где-то стоит на мостике и никого не пропускает, и ждет, пока все сдохнут нафиг. О, вот, видели, как его фонтанчиком-то разрубило? Так, вот здесь надо прыгнуть. Прыгнуть надо было просто. Есть, я прошел. 9 монеток, хорошо. Время вышло. Ну, тут, как вы понимаете, нету квалификации, нету батл-рояля. Тут просто мини-игры по теме Fall Guys. Тут все весело. Тут все немножечко попроще и повеселее, на мой взгляд, да. Большие пропеллеры. Блин. Ну, поехали. Даже раз, когда кто-то хочет прыгнуть с пропеллерами, нужно его толкать. Я не сторонник вот этого толкания и задерживания. Тут же, кстати, нет задерживания, тут есть только толкание, насколько я понял. Да, только толкание. А! Я как раз под пропеллер прыгнул, я красавчик. Не рассчитал. А что если прыгнуть вот здесь? Да, это срабатывает. А, на синее можно наступать, тогда зачем тут это... А, понятно, оно медленное. Ау, мне по голове прилетело. Есть, второй пропеллер пройден. Ага, это может меня выкинуть, все, я понял. Думаю, в чем-то прикол, если меня это ускоряет. Меня это может вообще нафиг выкинуть просто. Да блин! Я не так допрыгнул на последнем треугольнике. Я был в самом конце, я прям финиш видел. Бамбалейла! Нет, фух! Ха-ха! Я думал, что я сейчас сольюсь просто.
Финиш! Есть! 88 монет! Да! За монетки что-то можно покупать? Да, я, трейлы, честно говоря, даже еще не знаю. Кстати, Эмон Блокс. Эмон Блокс. Тут двойной прыжок есть? Как? А, это мне показалось, наверное. Да блин, я это не пройду. Проходи, мы в тебя верим. Я тут пока что это, да, пытаюсь в лобби паркурить. Да я не знаю для чего. Ты дебильный. Блинчик. Что такое? А, залезь. Так и надо этому блинчику. Он упал на. Да, я царь горы, я царь слип-блокс. Крутяк. Эй, хватит меня лупить, если чё. Давай, давай, 8, 7, гигантный финиш. Да? Я получу 6 монет. Это же так много. Это, видимо, сколько секунд. Да, 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 мы с тобой, по-моему, об этом уже говорили. Сколько... Ой, я на пятом месте, я пятым пришел. Сколько секунд у тебя было в запасе, столько монет ты и получаешь... Что хорошо. Ну я так. Кажется, я буду с Рём Слиблокса. А? Я буду... Давай наверх к нам. Тут, тут короче, топчик. Итак, лазерные облака. А тут еще главное толкание. В боксе главные ноги. Надо будет в интермиссии посмотреть, что здесь можно купить. Меня. Да, толкание здесь, как вы видите, ограничено 5 секундами, на мой взгляд. То есть ты кого-то толкнул, попал, не попал, жди 5 секунд. Так, все, облака пошли, начало людей жрать. Осторожней. Нет, я прям под облаками! Фух. Так, сейчас желтая пойдет. Ага. Вот эти два сейчас пойдут. Ай. Это сахарная вата? Чувак меня толкнул! Это было подло, блин! Офигеть, да, согласен. Воскреснуть, но воскреснуть это за наличку, короче, да. Ну, я тут сам тупанул на самом деле, да, надо было подальше держаться. Так, стоп, тут можно наблюдать. Давай-ка. Во-во-во, я за тобой наблюдаю. Давай, выигрывай. Так, может зайти в магазинчик-то, кстати. Блин, почти, я мог бы это сделать. Давай, давай. Я победил. Столкни всех, убей их всех! Вот эта свинка, короче, он это неплохо толкается. Он просто идет в кучу и толкает на рандом, и все. Мне показалось, его стратегия чуть-чуть более тонкая. Вот чувака сожрали. Переехала облаком, короче, все. Я же толкнул свинку, что это такое? Это новый чит на Roblox, анти-толкнуть. Ну вон же есть no push сервер, то есть можно зайти на сервак, на котором вообще толканий не будет. Если это тебя будет так не бесит. Очень весело. Да, ну кстати, знаете что, ребят, я бы вот в Fall Guys такое ввел бы, раз. Знаете, они что сначала сделали? Они такие сделали, ты можешь написать свой ник. Потом, когда люди стали писать всякие плохие слова вместо своих ников, они взяли и убрали ники как таковые, в принципе. Они теперь такие говорят. У тебя просто Fall Guy номер такой-то, такой-то, такой-то. 1500, чтобы открыть коробочку. У меня пока не хватает, надо еще чуть-чуть. Вот. То есть, вы так заботитесь о том, чтобы не обижать людей. Сделайте тогда сервак, в котором не будет толкания, в котором нужно будет просто пробежать на скорость, потому что, ну, не знаю. Тут инопланишельцы. Инопошеленец. Я тут
пришельянца. Ох, вот это месиво. Я сюда. Тут стреляют, фига себе. Я только сейчас-то осознал. Так, если идти по краешку, то в принципе ничего не станется. Там вот это вот месиво, оно никого не заденет. А... такой стоял чувак, ты ему бах такой оплюху по голове. А не успел? Кто не успел? Нет! Чёртова платформа! Я думал, что она это, она не это, и все это. Она крутится. Блин, это упоротый. Да блин, ядра убивают, а не сталкивают. А! Кстати, да, такая тема, вот как... А, все. Все, в принципе, все, меня убило ядром. А, круто. То есть, упасть куда-то тебя несет на респаун, если в тебя попадает ядро, ты просто прилетаешь в лобби моментальнейше. Можешь подождать. Давай-ка я гляну за тобой. Ты где? Вот, вижу. Я вот на вот этой штуке спотыкнулся, на вот этой платформочке. На вот тут? А, весы такие же, как в этом Fall Guys. Так вот, короче, ребят. Я читер. Я вон вижу читера, который вверх ногами бегает. Это нормально? Да. Это ненормально. Говорят, что шутеры делают людей злыми, Doom делает людей злыми и всякое такое. Нет, Fall Guys делает людей злыми. Вот что я вам скажу. А как бы мне тут перепрыгнуть? Сейчас. Надо просто подождать. У тебя 30 секунд. Спокойствие, только спокойствие. Сейчас тебе мячиком прилетит. И будет тебе спокойствие. Вот, в общем... Так, ну вот зачем? Вот зачем? Вот ты потерял только что две монеты на том, что ты попытался его толкнуть. Я хотел, чтобы он больше монет потерял. Злость ни к чему хорошему не приводит. Я иногда немножечко не понимаю ту логику, которая есть здесь. Блин, мне вот эта вот игрушка... А, ладно. Ну-ка, какая следующая игра будет? Сейчас посмотрим. 5 секунд. 5 секунд. Откуда у меня? Вот так вот делают люди в настоящем Fall Guys. О, джамп-джамп. О, это будет классно. Джамп-джамп. О, я в твоей команде. Я на твоем столбике. Да, но нас же сейчас вниз выкинет. И все будут за всех. Бздынь. Я моментально уже убил чувака, я его скинул. А меня толкнули моментально. А что за пролагивание-то? Сервак, окстись. Я когда лежу, планка проходит надо мной. Нет! Я упал как раз на ту секцию, которая должна была вывалиться. Я, блин, забыл, что здесь есть секции, которые вываливаются. А, не прет сегодня. Что происходит? Желтые секции становятся красными, потом вываливаются. Поэтому осторожней. Те секции, которые желтые, на них сейчас лучше не задерживаться. А, нет, нет, наоборот. Короче, красные. Красные точно вот-вот упадут. Да, давай! Да, упади, да! Упади! Ну ты, блин, убийца 3000 просто. Знаешь, такой, да, упади. Давай. Пинщотки. Блин. Давай. Ну же, давай. Да. Я стоял и ждал, пока тебе прилетит, блин. Карма. Ай, да. О, эта штука сейчас упадет. И этот чувак вместе с ней пойдет, смотри. Это весело, я не спорю. Давайте досмотрим, как это сейчас все закончится. Что? Тут просто веслом все. Что это было? Я хотел толкнуть другого, толкнуть чувака, который из ниоткуда появился. Блин, вот эти пролагивания, на самом деле, это же игра на реакцию, все дела. Вот эти пролагивания сервака, они, ну, не знаю, немножечко огорчают. А, еще одна платформочка упадет или не? Они же должны как-то... А, ну, в принципе, тут на время. Тут не обязательно кому-то... Вон, чувак улетел. Толкнул так сильно, что сам улетел. И вон второй тоже улетел. Все, их осталось трое.
Ну-ка, я ну-ка, ну-ка. Я царь Слиблокса. Да! Их двое. Ну-ка, 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 кто кого? Тебя оба в нокауте, это такой на плечо еще такой, опа. Так, делаем ставки. Ты наблюдаешь, нет? Я не наблюдаю! А, у меня была драка на царь Слиблоксе, меня столкнули. Все, ладно, раунд закончен. А я же хитрость погубила меня. Обычно так и случается. Ты, кстати, второе место. Я много продержался. Много, много. Не сп... Наверное, тебе еще начисляли деньги за то, что ты людей убивал. Да. Я тогда сделал просто 4 кило, по-моему. О, Аникам. Нет. Соты. Соты будут потихонечку пропадать. Так, есть несколько слоев. Самого последнего парня толкаем. Самого последнего парня фолгаем. На, там. Да, это работает. Я буду следовать за тобой. Нет, не иди за мной. Нет. Да тут. Да! Я моментально упал. Какого фига ты еще самый высокий? Я не на высоком, ты что, сдурел что ли? Я уже на последнем слое, я уже еле держусь, блин. Так. Нет! Блин, я не туда повернул! Я не туда повернул! Черт! Слушай, тут, кажется, появилась одна новая игра. Фортифики. Ладно, все сдохли, да? Нет, не все? Нет. Три человека, а? Два. Хорошо, это три человека осталось. А, есть чувак на самом верху еще. Не, ну когда ты один остался наверху, то это все, это уже как бы гагашечка. Ты выигрываешь вообще без проблем. Я не понимаю только, зачем он прыгает. Там не надо прыгать, там можно просто бегать. Чувак сейчас просто пробел убивает. О, он, наверное, он это понял. Хотя я не знаю. Так, пойдем наверх тогда. Я только собрался идти, бах, мне прилетело. Бесплатно стакоина. Бесплатно стакоина. Да. Так, до награды осталось 10 минут. Слушай, ты скоро сможешь купить себе там. А, просто можно каждые 10 минут подходить, что ли, получать монетки? 5. Это неплохо. Да, скоро можно будет себе какой-нибудь возглас, дразнилочку купить, и будет нормально. Так. Ну, опять 25. Хыды, что ты мне, блин... Что ты меня бьешь? Я буду царем Слиблокса. Да уйди с дороги! Не-не-не-не, сейчас, погоди, как там это делается? Хорош меня бить! Зря мы были скалолазанье. Надо на зеленый, значит, считать. Зеленый дальше чуть-чуть находится. Да, блин, я теперь до него допрыгну. Ладно, я не успею, сейчас уже начнется новый раунд. Я хотел тут начать людей бесить, просто залезть на зеленый и никого не пускать. Было бы прикольно. Следующая карта. Итак, 3 секунды. Ты что, будешь как они толкать тех, кто подойдет к тебе? Да. Лазерные облака опять. Ну, в принципе, ладно, давайте. Я попробую не тупануть, и должно быть интересно. Смотри, командная работа. Будем держаться вместе. Не, нас тогда вместе столкнут. Го. Вот это месиво началось. Что это произошло? Что тут происходит? Минус один. Минус два. Три. Не подходить к облакам. Че тут так много людей уже от облаков поумирало? Чувак просто суициднулся, спрыгнул. Нет! Не встань! Встань, встань, встань! Черт! Меня раздавило облаком. Я мог бы тебя подтолкнуть, чтобы ты побыстрее встал. Ха, минус один. Так, давай, минус 4 2. Человека осталось. Давай. Вот этого, толкни, толкни, толкни. Блин. Не могу, не... Я понял, не было. О! Оно появилось из ниоткуда вообще, это облако.
Серьезно, ты видел? Ну, то есть мне казалось, что его не было до этого. Блин. Ладно, ребятушки, давайте тогда на этом сегодня все. Ну, что я могу сказать? Я и мы, корпорация Ладушков, мы рекомендуем этот режим. Здесь довольно весело, прикольно. И в отличие от Fall Guys... Ладно, я не буду говорить, что в отличие от Fall Guys это бесплатно, потому что они все-таки отличаются. Но в отличие от Fall Guys здесь тратится меньше нервов. А это, заметьте, плюс. Поэтому мы рекомендуем эту игру. Надеемся увидеть вас здесь. Как-нибудь, может быть, даже вместе поиграем. Почему бы нет? А пока что это у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда. Пока-пока. Пока-пока-пока.